Ну что, не успел, девочки. Я просто подошел к холодильнику заморозки. Здесь, посмотрите, купаты. Они не то что не замороженные, они даже не охлажденные. Курица, про которую написали в книге отзывов предложений. Такая же курица, но охлажденная, правда, не такая же, но другая. Также без маркировки, без заводской, лежит в холодильнике. Неизвестно, когда она была произведена. Она лежала в 4 целлофановых пакетах с маркировкой в магазинах. Фарш здесь неоднократно замораживают и перемораживают. Вот посмотрите, вот это, который замерз уже, а вот это мягкий еще. Здесь нарушают абсолютно все правила торговли. Нарушилась упаковка, ее просто заново запаковали и продают дальше. Рыба даже не замерзла. Вот такие ягоды, грибы, смотрите. Люля, даже люля назвать нельзя. И вот такие вот ягоды. Укажите, пожалуйста, сюда. А продавцы спрашивают, почему вы это снимаете с полок. Да, продавцы здесь сами не знают, как работать. Не то, что продавцы, даже дирекция магазина им не объясняет то, что есть за прилавками, в принципе, запрещено. А есть хоть нормальные продукты здесь, в этом магазине? Есть. Шоколадки можно покупать. Нам бесполезно деньги предлагать, мы работаем исключительно за счет телеканала «Пятница», исключительно в интересах телезрителей. Спасибо. Спасибо большое.